вот сейчас мы рассматриваем ключевые положения материализма, применяемого к истории, ключевые, поэтому я вот хочу, чтобы вы это вот имели в виду. Мы потом пойдем дальше, потом мы пойдем к какой-то конкретике. А вот главное, вот тут как раз и говорится, вот на самых первых страницах, когда речь идет о немецкой идеологии. Итак, людей можно отличать от животных по сознанию, по религии, вообще почему угодно, пишет Маркс и Энгельс. Сами они начинают отличать себя от животных, как только начинают производить, курсивом выделено, необходимые им средства к жизни, шаг, который обусловлен их телесной организацией. Производя необходимые им средства к жизни, люди косвенным образом производят и самую свою материальную жизнь. Материальную жизнь. Вот я начал говорить о том, что по этому поводу писал Энгельс в книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Он там так ставит вопрос, что вот определяющим в человеческой истории является производство и воспроизводство материальной жизни. Вот так, материальной жизни. А это что такое? На начальных этапах человеческого общества главным в производстве материальной жизни является производство людей. А отсюда и отношения по производству людей, или кровно-родственные отношения, являются основными. А отношения по производству материальных благ, они тоже представляют собой производство материальной жизни, но они в этом смысле менее, существенную роль играют, чем производство людей. И вот с известного момента, с того момента, когда человек разработал уже, или человечество разработало такие средства производства, которые позволяют производить прибавочный продукт, и когда появилась возможность, чтобы один человек не работал, а другой жил за счет его труда, вот с этого момента вообще на первый план в качестве основных условий, основного вышло производство и воспроизводство материальных благ. А производство человека, оно исчезло? Оно же не исчезло. И кровно-родственные отношения тоже не исчезли. И вы сейчас, знаете, иногда говорят, клановые отношения там, родственные отношения где-нибудь там в правительствах, в руководстве и так далее. Но, скажем, уже в развитых буржуазных государствах их совсем немного. Ну а если вы возьмете там какие-то другие государства, большое значение имеет. Скажем, в Арабских Эмиратах по-прежнему передается по кровнородственному признаку власть. В феодальное время как решался вопрос о том, кого назначить царем или царицей? По родству, а вовсе не потому, какую они роль играют в производстве. Правильно? Причем этот принцип был всеобщим, и он применялся довольно последовательно. Поэтому нельзя сказать, что вот кровнородственные отношения и производство человека, они перестали вообще играть одну из определяющих ролей. Но все-таки главную роль играет производство материальных благ. Оно определяет все отношения. И вот способ, каким люди производят необходимые им средства к жизни, зависит прежде всего от свойств самих этих средств, необходимых ими в готовом виде и подлежащих воспроизведению. То есть способ производство зависит от того, а что мы производим. Понятно, одно дело вы производите пшеницу, злаковые, другое дело вы производите какие-то орудия, каменные или потом металлические, бронзовые или железные, только механизмы или машины, машины, которые приводятся в движение человеком или животными, или уже паром, или электричеством и так далее. Этот способ производства надо рассматривать не только с той стороны, что он является воспроизводством физического существования индивидов. В еще большей степени это определенный способ деятельности данных индивидов, определенный вид их жизнедеятельности, их определенный образ жизни. Вот обратите внимание, вот это вот понятие образ жизни, оно широко используется.
совсем не в, так сказать, даже, можно сказать, и не в философии, и не в политэкономии, но на самом деле под образом жизни, прежде всего, надо понимать способ производства. Какое производство, такой и образ жизни. Способ производства. И способ производства явился такой категорией, которая определила и другую категорию, о которой мы заранее уже скажем, но вот понять значение этого дела нельзя без учета этой категории. Когда мы говорим об общественно-экономических формациях, всего оказалось известным науке 5 способов производства. 5. Это легко запомнить. Первобытный общинный коммунизм, рабовладение, феодализм, капитализм и коммунизм, который явился в итоге разрешения противоречия капитализму. 5 способов производства, а следовательно и 5 видов общества, 5 общественно-экономических формаций. Поэтому формация только первая, первобытно-общинная коммунистическая, вторая – это рабовладельческая, третья – капиталистическая, третья – феодальная, четвертая – капиталистическая и пятая – коммунистическая общественно-экономическая формация. Вот и все. И, так сказать, с одной стороны, мы вот провели классовое деление, поэтому это многообразие всех людей сводится к довольно небольшому числу групп, сравнимых с размером общества, то есть классов. И с другой стороны, все многообразие обществ сводится всего к 5 общественно-экономических формаций. А формация определяется тем, какой способ производства лежит их в основе. А что не относится непосредственно к способу производства, называется политической и идеологической надстройкой. Ну вот я хочу вам сказать, что так преподавалось и в советское время, и сейчас преподается, что люди, так сказать, не очень хорошо могут пользоваться этими категориями. Я хочу вам привести пример, сейчас я вам задам вопрос на засыпку. Вот скажите, пожалуйста, вы историю России немножко знаете, да? Вот берем 19 век. В течение 19 века вы знаете, что произошло освобождение от крепостного права. В 1861 году в деревне развивались капиталистические отношения, а в городах еще быстрее. И в итоге к концу 19 века вся Россия стала страной какой? В экономическом отношении. Какая экономика была России? Нет, какая экономика? Нет, это вы сейчас берете другое деление. Вот мы взяли 5 способов производства. Капиталистической? Капиталистической. Да? Экономика была капиталистической? Что? И возвращаемся еще раз. Капитализм в городах был уже? Да. В деревне были капиталистические отношения? Ну да. А какие могли быть еще отношения, если крепостного права уже нет? Вот раньше вы были у меня крепостные. Так, я вам сказал, так, завтра придете, и еще послезавтра, и третий день будете у меня на барщине работать. А после этого, там, что вы будете делать на четвертый, пятый, шестой, седьмой день, меня вообще не волнует. Что вы там, как вы кормитесь, какие у вас семьи, что вы будете сеять, как убирать, это меня вообще не волнует. Но если будет тяжело в голодный год, я вам помогу. Почему? Потому что вы мои крепостные, если вы умрете, так кто меня будет содержать? Я за счет вашего труда существую. Поэтому мне нужно, я вам помогу, вам дам хлебушек из амбаров, которые вы же, собственно, и добыли. Ну, в долг, конечно, в долг. А потом вы отдадите, когда будет урожай. Ну, так было до 61 года. А в 61 году? Ну, нету крепостного права. Ну, значит, какие-то такие замысловатые формы его сохранения остались. А именно, отрезали те земли, которыми пользовались крестьяне все время. То есть, пахоту отрезали. Значит, выпас скота, те, сказать, поля, где пасся скот, тоже был сокращен. И не могли крестьяне обеспечить свою жизнь
Не, идя к помещику, дайте нам вот на вашей земле, на помещище. А земля вроде как помещище. У крестьянина она в собственности же не была. Дайте нам на этой земле вот пасти коров, ее обрабатывать. Он говорит, ну хорошо, дам. Деньги есть? Денег нет. Ну тогда поработайте у меня. И что получилось? Опять получилась та же самая барщина. Только раньше вы работали как моя крепостная, вы теперь свободный человек. Вы совершенно свободны. Вы просто хотите у меня на земле поработать? Пожалуйста, поработайте. За то, что вы на моей земле будете пользоваться ею, поработайте 3 дня в неделю. А раньше вы сколько работали? 3 дня в неделю. То же самое. Поэтому вот у большевиков был такой лозунг и программа. Ликвидация отрезков. Вот то, что отрезали, надо отдать крестьянам. Ликвидация отрезков. А эсеровская программа была другая. Взять все, отнять у помещиков и разделить по едокам. Вот сколько у вас семья, допустим, 5 человек, 5 долей. У вас 7 человек, 7 долей. У вас 13, 13 долей. И разделили всю землю. А собственно, чтобы была не государственная, вот требовали крестьяне, и это эсеры выразили. И большевики, в отличие от эсеров, которые только требовали, взяли, включили это в программу, реализовали. Естественно, крестьяне пошли за большевиками. Естественно. Потому что одни разговоры разговаривали, а другие взяли и сделали. И когда сейчас говорят, что вот, большевики это отнять и разделить, это чья была программа? Эсеровская. А у большевиков программа была разделить или наоборот, отнять и соединить? Ну, большевики за общественную собственность были. Значит, отнять? Вот у вас все, что есть, отнять надо. И соединить. Вот сейчас вот, я все время присматриваюсь к вашему этому. Хороший у вас такой. У меня дома есть очень хороший новый ноутбук. Мы бы, если вместе, я бы вот вашим, а вы бы моим, так, по очереди. Давайте все соединим. И будет хорошо. Мне однажды рассказывал товарищ из Воронежа, как устроили такую игру общественную, психологическую. Вот собрали помещение, стол накрыли, там всякие яства там. В том числе и бутерброды с красной икрой, и вкусные эти блюда. Сказали, вот, пожалуйста, можете все есть, только вот руки не сгибать. Если руки не сгибать, что и как? Что делать? Как вышли из этого положения? Люди поели. Какие у вас мысли? Как удалось им поесть то, что было на столах, но руки сгибать нельзя. Если сгибать нельзя, так у меня не получится карту поднести, правильно? Как вы вышли из этого положения? Ну что это за люди? Представляете, это как эти, как животные около стола, тут хрю-хрю. Да. Ну что вы? Нет. Вот, друг другу. Что помогать? Я вот вам дал бутерброд, а вы мне дали бутерброд. Я прекрасно ем, и вы прекрасно едите. И вам могу дать, и вы мне можете дать. И все. И проблема никакой нет. Ну, мы тут уже далеко ушли, а вы пришли поздно. Поэтому у вас мысли реакционные появляются. А это уже прогресс какой, видите, в этом движении. Так какой был строй в экономике России в это время? То есть остатки крепостничества, конечно, были. Но вообще-то были крестьяне бедняки или нет? Вы слышали такое понятие батраки? Да. Кто это такие? Которые работали на юге. Не просто работали, они и раньше работали. Но они работали на кого? На капиталистов. Да. На каких капиталистов? Сельских. Как называется сельский буржуа? Конкурс. Кто скажет, как называется сельский буржуа? Вот должны сказать. Кулак. А? Кулак. Кулак. Значит, батраки работали на кулаков. Кто такие батраки? Это сельские наемные рабочие. Кто такие кулаки? Это не ругательство. Это название для сельского буржуа. Вот и все. Это не значит, если у меня 3 лошади, я кулак или нет, а неизвестно. Если вы у меня не работаете, я не кулак. Вот у нас, может, у нас 15 мужиков, так сказать, родились. У нас большие семьи были. И все здоровы, уже выросли по 18, 20, 23 года. Что такое нам 3 лошади? Да это тьфу, 5 надо лошадей. И работаем на них, на всех.
и 3 коровы, и мельница, может быть, у нас. Но если мы не используем, или, допустим, у нас 18 человек работящих в семье, а мы еще вас вот 3 привлечем на началах найма, мы кулаки или нет? Вы там нас зря-то не записываете в кулаков. И не надо нас никуда отправлять. Вы так подумайте, вы кулаки мы или нет, если у нас 5 лошадей, 3 коровы и мельница. И 3 у нас работников, вот вы 3. Так мы кулаки или нет? Кулаки? Мы своим живем трудом или чужим? Да ваш труд-то у нас там 1/5 долю составляет. 1/5. А живем мы в основном каким трудом? Своим. Своим. А вот если такая ситуация, что нас 2, так, мы вас наняли, вот 1, 2, 3, 4, и еще вот там 3, 7 человек наняли, и мы живем уже в основном чьим трудом? Мы тоже работаем. Вы видели кулаков, которые бы не работали? Таких не бывает. Согласны со мной? Они тоже работают. Но доля труда этого крестьянина кулака здесь меньшая. Вот если меньшая доля, то значит вот этот человек живет за счет чужого неоплаченного труда. В основном. Не то, что он сам не работает. Все капиталисты что-то делают. Управляют, по крайней мере. Правда? Не бывает так. Ну, таких капиталистов, которые просто такие пузатые, но ходят руки в брюки. Посмотрите, что хоть Прохоров, хоть Бери Дерипаска, хоть Лисин. Лисин вообще доктор наук. Они так и не похожи на это. Они что-то работают. Но работают-то они, наработать они могут там на сколько-то 1000 рублей, а в собственности у них 1 миллиард долларов. У Лисина 17 миллиардов долларов. Это может один человек создать? Нет, конечно, это... А получить... Вот я столько наработать не могу, а у вас забрать могу. Что у вас есть с собой? Сдавайте сюда. Все равно вас мало, надо больше народу, тогда больше соберу. То есть кулак – это не, сказать, не какое-то не ругательство, это название. Это человек, живущий преимущественно чужим неоплаченным трудом. А если преимущественно своим трудом, трудом своей семьи – это не кулак. Есть ведь переходные всякие стадии, да? А есть мелкий буржуа – это середняк. Вот понятие мелкого буржуа я хотел бы, чтобы вы усвоили, потому что его обычно не знают. Думают, что это маленький буржуй. А мелкий буржуа – это не маленький буржуй, и не буржуй вообще. Мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. То есть, если я произвожу продукты не для себя, это патриархальное хозяйство, для себя я вылетел огурцы, засолил в баночке, утро, а потом всему и открыл, и с картошечкой, и сальцо у нас есть, потому что свинья есть, резал, и вот мы едим. Это какое? Это товарное хозяйство? Нет, это натуральное хозяйство. Здесь я не работаю на рынок, я работаю сам на себя. Ну, могу там одну банку кому-то продать, или там сколько-то огурцов, или сколько-то картошки. Это не определяющим. Вот для меня это не определяющим является, это патриархальное хозяйство. А если я работаю на рынок, то не важно, что я делаю, то важно, что я за это буду иметь. Правильно? Это вы сразу замечаете, когда видите там сгущенка, допустим, в нее там молока нету. Или в колбасе мяса нету. А зачем? Это я же делаю не для себя. Сам бы ел, да деньги надо. Вам продаю. То есть она не для меня потребительной стоимости не представляет. Мне важно, чтобы я от вас получил деньги. Поэтому и вы видите там, идите к иконостасу колбасному, там все соя, 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 соя. А почему соя? А потому что дешево. А если вы сейчас откроете, пойдете в кондитерский отдел, во всех кондитерских продуктах, за редчайшим исключением, вместо молока и молочных продуктов, пальмовое масло. Оно обладает 2 свойствами. Первое свойство, что оно усваивается организмом только при температуре 39 градусов. То есть, если вы сильно заболели, тогда кушайте с пальмовым маслом что-нибудь. А если не заболели, то это вот вы потребляете тот продукт, который у вас, не, ну, как костная мука в колбасе, также пальмовое масло вот во всех этих продуктах. Уже в пряниках тульских. Вот в этих еще 2-3 года назад люди приезжали и радовались, какие в Ленинграде хорошие эти сухие торты. А теперь их, в общем, можно выбросить, потому что это все дрянь, в которой это самое пальмовое масло –
Везде, сплошь. А второе свойство пальмового масла, что оно в 5 раз дешевле масла сливочного. Видите разницу? И вот если я произвожу для продажи, какое я возьму масло, сливочное или пальмовое? Как вы думаете, если в 5 раз дешевле пальмовое? А у нас свободный рынок. Пальмовое, конечно. И поэтому пихает его во все. Я вот знаю просто. У нас практически сливочного масла нормального нет, у нас они справились. Что? У нас нет нормального сливочного масла, наверное, у нас справились в основном, потому что справ дешевле. Угу. Естественно, а зачем делать нормальное сливочное масло? Я же продаю не для того, чтобы его есть. Я продаю, чтобы вы его ели, правильно? А не для себя. Поэтому, если я на рынок продаю, так я для кого? Для других. Поэтому даже и в советское время, значит, такого строгого деления, сколько там может быть маргарина в масле, сливочного маргарина, допустим, тоже не было. А что такое маргарин? Знаете, как? Это великое открытие, еще при капитализме было сделано. Маркс о нем писал. Величайшее открытие, которое позволило понизить заработную плату рабочих. Почему? Потому что состав маргарина такой. Ну, это все вот так называемые мягкие масла. Состав. Даже вот на них честно, вот, например, на раме честно написано 60% воды там. А почему 60% воды? Потому что берется две молекулы воды и одна молекула растительного жира, любого, любого. И получается большая молекула. Но чтобы ее сделать, нужен эмульгатор. Эмульгатор, скажем, это вот тот, который позволяет такие большие молекулы создавать. Например, лецитин – это эмульгатор, который позволяет делать шоколад. Потому что иначе у вас будет все время эта вязкая масса, а твердого не будет. А вот здесь он позволяет из эмульгатор. Вполне добротный, то есть не вредный, но он позволяет делать из воды и подсолнечного, или другого растительного масла вот такую фракцию твердую, ну, как мягкое масло, прямо как сливочное. Поэтому Вологодское наше увезли масло за границу, а сюда привезли вот это барахло. И говорят, ешьте, вам полезно, потому что вы только худеть будете. И, конечно, у нас воды будет только худеть. И это вместо сливочного масла, которое очень полезно. Ничего там нет холестерина. Кстати, в воде тоже нет холестерина. Можете просто воду пить. Это следствие товарного производство. Если человек производит на продажу, то это для него не является предметом потребления. А он для себя может делать это отдельно. Молочко сливки собьет, и получится у него масло. Без всяких добавок. Все хорошо. Так вот, человек, работающий на рынок, мелкий хозяйчик, то есть человек, у которого есть средства производства, свои средства производства, работающий на рынок. Это мелкий буржуа. Почему он так называется? Ну, называется так, потому что он, раз он хозяин средств производства и работает на рынок, то его цель деятельности не потребление, а цель деятельности стать богаче. Правильно? Он мелкий хозяйчик, его задача стать настоящим хозяином, выбиться в люди. То есть кем стать? Буржуа. Ну и как удается этим мелким буржуа стать буржуа? Удается. Очень малому количеству, процент ничтожный, ничтожный. Но они мечтают об этом, поэтому вот все вот эти мелкие буржуа, если это в деревне, это середняк. Это середняк. И вот если вы с этой точки зрения будете рассматривать, с классовой точки зрения, а каков состав был армии, белый и красный, как представители какого класса составляли основную массу белой армии и красной армии? Вот этот класс, да, он средний, может быть. Вот это вот действительно понятие среднего. Он действительно средний между буржуазией и рабочим классом. Вот это мелкая буржуазия. То есть мелкая буржуазия была Красной армией основная масса, ну и рабочие там были, естественно. А и в Белой армии тоже мелкая буржуазия. И кто? И белогвардейцы, так сказать, представители дворянских или капиталистических семей. И почему вот эта мелкая буржуазия, которая в Красной армии была, победила эту мелкую буржуазию, которая была в Белой армии? Как вы думаете? Значит, где были генералы, специалисты, военспецы? У большевиков были военспецы? Были, причем самые квалифицированные были у большевиков. Почему?
Как вы думаете, они полюбили советскую власть? Вы верите, что вот был царский генерал и вдруг полюбил большевиков? Верите в это? Я, например, не верю. И они не верили. Они рассуждали очень просто. Вот мы вне политики, у нас появилось в России правительство, российское другое. Ну, мы люди российские, будем служить этому правительству. Если, конечно, деньги будут платить. А платили деньги? Платили. Причем тогда существовал партмаксимум, скажем, председатель совнаркома больше 500 рублей не мог получать, а остальное в партийную кассу. А вот что касается спецов, не только военспецов и других, было заведено такое правило, что им платить, как и раньше, высокую плату, высокое жалование. И куда пошли военспецы? Крупные. Крупные пошли к красным, более мелкие пошли к белым. Причем еще, но спецы рассуждали еще и так, мы вообще-то, ну, раз правительство вот российское, а то на Антанту работают вот эти белогвардейские, мы туда не пойдем. Поэтому более мелкие пошли туда. Эти данные приводятся, есть такой Бушков, автор, который много-много исторических романов написал и много-много разных написал фантастических романов. А потом вдруг взял и написал две книги про Сталина вдруг, внезапно так. Причем собрал там богатый очень материал, в том числе и о составе вот, армии и так далее. Одна книга называется «Красный монарх». Он говорит, Сталин это вообще это не коммунист, это просто вот монарх, государственник такой. А вторая – «Ледяной трон». Книжка, она даже этим интересна, что она не с позиции написана, там, скажем, коммуниста, а с позиции человека, который, ну, так сказать, историю России уважает и, так сказать, к России относится с патриотических позиций. И, ну, он там всякие бредни, которые там были по этому поводу, разбивает. И, видно, человек толковый, умный и богатый, потому что так, прежде чем такую книжку написать, он много денег набрал. И тираж сумасшедший. При наших вот тиражах, которые у нас сейчас у профессоров, там 100, 200, 300, ну, 500 это максимально. Вот первая книжка, которая у меня была, была 15 тысяч экземпляров в Ленинстате. А сейчас 500. Так вот, тираж... Вот из Бушкова книг, вот этот «Красный монарх» и «Ледяной трон» 50 тысяч. Вот такой толщины книги. Вот там эти данные приводятся. А почему выиграла мелкая буржуазия, которая была в Красной армии, а не мелкая буржуазия, которая была в Белой армии? Да потому что большевики приняли этот самый, реализовали крестьянский наказ, который... собственно говоря, содержался в эсеровской программе, землю объявить государственной и разделить по языкам. И вот в ходе гражданской войны Деникин подошел уже к Москве, почти все захватил. Можно сказать, что вот уже скоро падет Москва большевистская и все. А что делали белогвардейцы? Они отбирали землю у крестьян, отдавали помещикам, крестьян вешали. И вот, так сказать, это мелкая буржуазия, которые, как вы понимаете, особенной радости, так сказать, особенного энтузиазма по отношению к большевикам не испытывала. Она увидела, что альтернатива такова. Землю отберут и повесят. И она погнала этого Деникина и выгнала его. На этом закончилась гражданская война. Хотя и, как вы помните, и одеты, наверное, не лучше были, и вооружены, не, так сказать, не лучше, чем Белая гвардия. И если вы помните, если начиналась эта вся гражданская война с того, что Краснова отпустили на Дон, под честное слово офицера, что он не будет воевать против советской власти, а он там поднял и стал образовывать белогвардейские полки. И она началась, эта гражданская война, с того, что поняли и красногвардейцы, и белогвардейцы, что если они не сделают мобилизацию, не проведут, то из этого не получится победы. То есть победить невозможно, разгромить невозможно. И они стали мобилизовывать. Пришли белые вот в ваше село. И так, вы пойдете в белую армию или к стеночке вас поставим? Пойдете в белую армию? Записываю. Так, хорошо. А где это? Кто украл мне записи? Я уже в армию записываю, тут, понимаешь. А, вот вы еще мне не сдали. А вы по какой в армию пойдете? Сейчас мы в ваше село Красные придут. Вот Красные пришли теперь в ваше село. Пойдете в Красную армию или к стеночке вас поставим? Пойду.
пойдет. Видите, как все на добровольной решается. Вы белый, поскольку пришли мобилизовывать вас белогвардейцы, вы в красный. А, до этого, а потом начинается столкновение вот этих двух частей. И друг друга стреляют. И дальше уже пошло. Ну, а если вы знаете, так сказать, литературу, тот же самый Тихий Дон. Мелехов в какой армии служил? Григорий. А он сначала в красный, нет, сначала в белый, потом в красный, а закончил? Белый. В белый. И его начали обвинять, Шолохова, в том, что он написал белогвардейский роман. И Горький устроил встречу Сталина, Шолохова и Горького, и его Горького. Сталин прочитал роман этот и говорит, роман отличный у вас, будем его печатать. То есть он изображает жизнь, как она была, со всей сложностью. Так и было в жизни. Поэтому, ну, если мобилизация, хорошо делать, вот вас в красную, а вас в белую. И не спросили. Нет, спросили, так сказать, как хотите, в белую или к стеночке. Вы сказали, мы в белую, а вы сказали, мы в красную. Идет война. Но дальше-то уже крестьяне, будучи уже одни в белой религии, в красной, когда начались такие события, когда землю стали отнимать, естественно, белогвардейские армии стали плохо воевать. А что вы будете воевать? Землю отнимают, эту землю отберут, и сообщают, что землю отобрали. Все, ничего нет, люди бегут тогда оттуда. Куда? В красную армию уже идут. А красная армия, наоборот, она поняла, что мы не любим этих большевиков, они нам не нужны. Но они люди плохие, у них продразверстка, но эти же совсем никуда не годятся. Будем воевать против белогвардейцев. Так в истории бывает. Потому что история – это не вопрос, так сказать, о том, что мне там понравилось, не понравилось. Так складываются события, материальные условия. Причем экономические. Война, вопрос о земле был центральным вопросом. Центральным вопросом. Поэтому так получилось, что, значит, гражданская война была выиграна большевистскими силами. Так. Ну вот, так что мы знаем с вами три класса. И в России сейчас какие классы? Те же самые. Какие? Первый класс – рабочие, так? Это самые свободные люди, у них ничего нет. Вот, как студенты. Что у вас есть? Ничего нет. Вот. Раз ничего нет, вы свободны. А я не свободен, у меня фабрика. У меня охранять нужно все, там ремонтировать. Пойдете ко мне работать? Вы говорите, не, не пойдем. Походили, походили, а кушать захотели. На следующий день приходите, я спрашиваю, ну как, будете работать у меня? Нет. А потом на третий день говорите, будем. Ну, говорю, у меня зарплата плохая, нету денег, потому что я острова покупаю сейчас. У меня с деньгами плохо. Будете работать? Нет, говорю, не будем. Ну, идите погуляйте. Погуляли, погуляли, и куда вы денетесь? Придете ко мне и скажете, ладно, Михаил Васильевич, буду я у вас работать. И началось. Какое производство? Капиталистическое. А есть люди, говорят, а некоторые гордые говорят, нет, мы сами будем работать. Это те самые мелкие буржуа. Они поставили ларек. Вот. На них стали наезжать, как вы помните, в 90-х годах. Приходят к вашему ларьку и спрашивают вечерком, так, то есть часа в 23. Кирпич показывают, купите кирпич. Купите кирпич и бензин. Купите? Не купите? Ну, наверное, должны понимать это сочетание. Не купите кирпич и бензин. Бензин он обольют ваш ларек и подожгут. Поэтому совет купить. Купите вот кирпич. И вы говорите, конечно, сколько стоит ваш кирпич? И вы покупаете кирпич у меня. А бензин не покупаете. Зачем вам бензин? Только кирпич купили. Да так было или нет в России? Сколько угодно. Или, допустим, вот составили, поставили ларьки у каждой остановки электрического транспорта, у каждого. Да? Видели? Стояли у каждого трамвайной остановки. Потом крупный капитал пролоббировал, что это некрасиво, нехорошо у каждой остановки. Крупный капитал уже снимает в домах помещения для магазинов. А это так называемый мелкий бизнес. Поэтому в период правления Матвиенко административным путем приняли решение отодвинуть на 5 метров. То есть ничего не уничтожать. Не боже упаси, чтобы уничтожать. А что значит отодвинуть на 5 метров? Приехали с бригадами, с болгарками, которые крутятся колесо, и раз, и распилили все эти ларьки. Мы не... А потом говорят, надо поддержать мелкий бизнес. Зато у нас будут в шаговой доступности
Тут они тоже были в шаговые, все эти ларьки. Вы вышли из трамвая, сразу получили. В шаговый был. И два магазина сделали. Шаговой доступности на Ленинград. И вот каждый раз выделят какие-то деньги на мелкий бизнес. Потом эти деньги куда-то пропадут. Он говорит, надо поддерживать мелкий бизнес. Как вы думаете, в эпоху капитализма, какой бизнес решающим является? Мелкий или крупный? Крупный. Ну, крупный, конечно. Поэтому это, весь эта тоска, это только предлог для того, чтобы куда-то, так сказать, деньги вбухнуть в очередной раз, которые просто пропадут. Я видел такую передачу, как Дмитрий Анатольевич в Ярославле рассуждает с инициативными самозанятыми, мелких буржуа, нехорошо же называть мелкий буржуа, да, вот я вас скажу, что вы, а вы вот самозанятый, я вот не сам занятый, меня университет занял, а вы вот самозанятый, даже как-то красивее звучит, правда, самозанятый, одна, значит, самозанятый цветами, и говорит, я буду выращивать цветы, и вот Дмитрий Анатольевич говорит, мы вот 50 тысяч на начало дела выделяем от государства, будете брать 50 тысяч, я бы взял на вашем месте, и вы будете брать, хорошо, цветочки будете брать, хорошо, да, а теперь вот, значит, напрягите свой ум. Как вы думаете, а кто у нас вот цветы продает? Чьи цветы? Все. Да, я знаю, все. А еще конкретнее, откуда они импортные? Голландия. Голландия. А голландские это цветы или только именно Голландия поставляет? А откуда они? Это не только всего мира. Например, гвоздики, Эквадор. Но они поступают в Голландию, из Голландии сюда. И наши, например, у меня учились в магистратуре товарищи, которые, в том числе один из них, занимался поставкой этих самых цветов из Голландии сюда. А почему покупать прямо в Эквадоре? Так это же мелкий бизнес. Как мелкий бизнес может покупать в Эквадоре? Ну смеетесь. У меня голландская монополия. Вы подумайте, вам дали 50 тысяч, вы с этими 50 тысячами, вам не доехать до Эквадора. И сколько, вы с букетиком приедете обратно? Ну и разоритесь. И чем кончается эти? Все, вы свои 50 тысяч пропали и все. Причем вы бы лучше пошли сразу, как вам дали 50 тысяч на это цветочное дело, пошли в ресторан и хорошо там отметили это дело. Потому что все равно вы даже вырастите цветы, вырастили цветы. Вас пустят куда-нибудь продавать цветы сейчас? Нет, конечно. Вот помните, бабушки семечки продавали? Mm-hmm. Вот вы продаете семечки. Бабушка, у вас внучки есть? А вы ходите, чтобы внучки у вас живые были. Больше не ходите, бабушка, сюда. Бабушка, отнесите все семечки в магазин. И все, нет этих бабушек. И сейчас там в магазинах, там в Окей, еще где-то варенье бабушки, на так это. Где бабушки? Нету бабушек. То есть, ну это хорошо известно всем, кто хоть немножко знает политэкономию, что крупный капитал конкурирует с мелким. Ну кто выиграет-то, крупный или мелкий? Вот если я, так сказать, большой и сильный, а вы слабый или маленький, кто кого побьет? Вы меня или я вас? Ну как вы думаете? Ну что, вы крупный побьют. Потом, это же не вытекает из позиции, что мы за крупный или мы за мелкий. Вот как люди говорят, мы за рынок, прекрасно. Вы за рынок, отлично. За конкуренцию, да? В конкуренции кто побеждает? Сильнейший или слабейший? Сильнейший. Сильнейший. Ну, если вы за конкуренцию, так значит, как вы, почему тогда вы поддерживаете этого слабейшего? Зачем? Ну, раз он должен умереть свободно. Как это? Если свободно. Вот если я сильнейший, вы должны свободно умереть. Если вы сильнейший, я должен свободно умереть. А как вы еще предполагаете? То есть я должен разориться. Они разоряются. Сегодня вышли, был магазин. Завтра вы приходите, нет магазина. Тю-тю. Или он был такой, потом стоит пустой. Это вы можете видеть, если вы просто проходите по улицам. Видите, что вот нету этого больше учреждения, развалилось. Ну и представьте себе, скажем, я решил яблоки продавать. Яблоки закупил, храню. И вот я вышел с этими яблоками, значит, им 3 месяца сроку. А этот крупный бизнес, вы поехали в Аргентину, привезли корабль груш. Свежих, вот сейчас сняты, они прям солнце на них. А я стою со своими этими яблоками, которые там уже пролежали 3 месяца. И кто у нас выиграет? Ну, что тут непонятно. Поэтому странно, что вот государство поддерживает мелкий бизнес. Государство должно что делать? Государство должно поддерживать прогрессивные формы
государство должно организовывать государственно-монополистический капитализм и план составлять развитие всей страны, а не заниматься ерундой. То есть это вот говорит о том, что в такой вот глубины, в том числе и в силу, так сказать, такого, так сказать, образования, которое в экономической части сейчас сводится тоже к тому, что мы изучаем экономикс больше. Хотя, пожалуйста, капитал изучайте, идите купите капитал. Знаете, сколько стоит капитал сейчас? 1500 рублей. Первый том один. Только это пока это только купить только этих томов, сколько стоит. Ну, пожалуйста, покупайте. Короче говоря, вот то, о чем мы говорим, и то, что мы здесь говорим, с одной стороны, вроде старое, но мы же вернулись назад в капиталистическое время. А раз мы вернулись в капиталистическое время, то вот это все, вот это немецкое дело, и раньше сказали, ну, это историческая книга во многом, правда? Ну, что там было? Ну, какая же она историческая? Вернулись ей кое-какие идеи соответствующие, и соответствующие представления, да, и взгляды. И если есть классы такие, как буржуазные, мелкобуржуазные и рабочий класс, значит, какие могут быть, какая идеология может быть сейчас? Сколько идеологий у нас в нашем обществе? Количество сначала решим. Сколько? Ну, классов мы насчитали сколько? Три. Три, да? Рабочий класс, мелкая буржуазия и буржуазия. Три. А идеологии сколько? У мелкой буржуазии есть своя идеология? Нет, она, вообще-то, идеология у нее такая, стать крупным буржуазом. То есть она ориентируется на буржуазию. Поэтому идеология, конечно, там больше. Но, если вы мелкий буржуаз, значит, вы сами трудитесь, не эксплуатируете никого, даже вас эксплуатируют. Вот как эксплуатируют мелких буржуаз? Кажется, что они вот раз сами, то их никто не эксплуатирует. Нет, не так. Значит, вот вы выращивали морковку, картошку, потом я прихожу, крупный закупщик, вам и говорю, так, ну что, по 2 рубля будете сдавать килограмм морковку? Не будете? Ну, она сгниет у вас. А вы будете по 3 рубля сдавать морковку? Вы будете. Ну, вот я у вас купил, вы хоть деньги получили, а вы, у вас сгниет ваша морковка. Она сгниет. Потому что вас никто, вы не доедете до города и не пустят. И я хочу вам сказать, я вот в связи с импортозамещением видел по телевидению, так прямо люди рассказывают. Ну что, говорит, предлагают нам морковку сейчас... Дескать, Запада не повезем из Израиля, а у нас морковки, вот в Ленинградской области такая морковка прекрасная, и капуста прекрасная выращивается. Нет, картошка у нас из Бангладеш сейчас, из Бангладеш. Египетская сейчас продается, пятерочки. Я думаю, египетскую купить или российскую? А российская – это из голландских семян. А семена лука все голландские. А потому что вы, если вы посадите, вот раньше лук у вас старый лежит, и у него стрелки. Ну, не стрелки идут, значит, зеленый уже, зеленый лук идет весной. Нет, там ничего сейчас не идет. Это в редких случаях, потому что они обработаны так, чтобы не воспроизводилось это. А для чего? А потому что семена все голландские. Вот этот маленький лучок голландский. Ничего другого нет. Покупайте, потому что весь семенной материал из Голландии. Монополизировано все. Вот такая получается картина. Так что это все очень актуально, и, к сожалению, так сказать, мы вернулись в тот период, который приходится изучать. Вот по этой книге мы изучаем. Так что это очень, очень актуальное наше изучение для того, чтобы мы, так сказать, реально смотрели на то, что происходит. Поэтому у мелкого буржуазии, раз это трудящиеся, вот они произвели продукт, в нем содержится 8 часов труда. А выручили, потому что закупщики у них, купили у них очень дешево, по 4 часа. А 4 часа взяли себе. Итого 4 часа чужого неоплаченного труда. У кого? Ну, у тех, кто у вас закупал этот продукт. Поэтому мелких буржуа эксплуатируют. Они никому не нанимались. Они выходят якобы на свободный рынок. Но их эксплуатируют через цены. Это все закупочные. Вот такая сейчас картина. Ну, у нас даже крупные, ну, у нас, например, не его объемы, то, что вот у нас, а? У нас даже крупные сельскохозяйственные, скажем, такое производство, то есть там, например, в Краснодарском крае есть не его объемы,
их как бы не поддерживают. То есть у меня дедушка, у меня он доктор наук, как бы он, у него отпуск был всего два раза в своей жизни, и он там как круглый год работает, но при этом как бы то, что он получает, он просто раздает там какие-то продукты питания. Да. Он говорит, что получает там копейки, то есть ну, он подзарабатывает там елочки, копейки, копейки, да. Там. Он продает там вот, за рубеж как бы что-то, то есть он вывел более 100 сортов винограда. Ну, как бы, туда-сюда, как бы, ну, то, что государство, вообще ничего не получает. Да. И в итоге да. Это все в таком состоянии, то есть если, допустим, 10 лет назад это еще неприемлемо было, сейчас это уже все да? Уже хуже. Поэтому сейчас вот хоть разговор этот есть про импортозамещение, ну, хорошо. А чем это кончается, что будем покупать не это, яблоки, где будем покупать теперь, не в Европе, а в Турции, в Азербайджане, в Египте и так далее. А в России не будем. Да, ну у нас яблоки там прекрасно вырастают, конечно. Ну, просто я входила по программу дедушки. Ну, в Краснодарском крае так вообще красота. Я в прошлом году был там, вот, проезжал через Краснодарский край. Вот из Ставропольского в Адыгею мы ездили. И вот едем, значит, поля ухоженные, ровные, все, и просто вспаханные, проворонили. Дорога по бокам, такие-то уже хорошие, большие акации растут. И эти акации все побелены. Все, идеальный порядок. Как это? Ну, в Ставропольском крае этого нет. В Адыгее тоже этого нет. А в Краснодарском крае просто красота. Ну, хлеб, наверное, прибыльный, а все остальное им не берут просто. Не берут. Государство не закупает. Так что ситуация такая, что мелкие буржуа, это раз их эксплуатируют, поэтому они, у них в идеологии есть много элементов тоже и пролетарской идеологии. То есть кашеобразные идеологии. Они и за собственников, они и за рабочих, они и за буржуазию, они и за пролетариев. Ну и, наконец, рабочие. У него и у рабочих какая идеология? Вернее, не, у них тоже, вообще-то, буржуазная, потому что общество буржуазное, а идеология господствующего класса является господствующей идеологией. Но какая идеология соответствует, это другой вопрос. Соответствует положению рабочего класса, пролетарской идеологии. А кто ее может выработать? Сами рабочие могут выработать? Нет. Потому что идеология вырабатывается учеными, интеллигентами. И вот у Ленина в работе «Что делать?» говорится прямо, что сам рабочий класс, пролетариат, не в состоянии выработать пролетарскую идеологию. Что, будучи по отношению к экономическому положению, она коренится в экономическом положении и интересах рабочего класса, а по форме она, конечно, всегда является продуктом научного труда. Как мы видим, вот тот же самый Маркс и тот же самый Энгельс никакими рабочими никогда не были и вырабатывали пролетарскую идеологию научно. То есть какому классу это, вот, скажем, научная истина выгодна? Но она выгодна тому, кому не надо обманывать в отношении, так сказать, того, что на самом деле делается в обществе. Но если вы занимаетесь, так сказать, наемным трудом, ясно, что вам не выгодны все эти обманы. А если я занимаюсь не трудом, а имею доход от собственности, это у меня главный источник от собственности. Как вы думаете, какой я плачу налог сейчас в современной России? Вот главное у меня собственность. То есть я хозяин 6 заводов. У меня 2 миллиарда. Но в акциях. А вы работаете. Вы платите сколько процентов? А я сколько плачу с моих доходов? Мои доходы от собственности как называются? Прибыль. А? Прибыль. Ну, прибыль. Ну, я вообще ничего не делаю, прибыль меня не волнует. Есть заводы, они работают, а я акционер. У меня акции на 2 миллиарда, у меня это ваши заводы из прибыли, тоже не волнует. У меня, я должен на эти акции что получать? Как называется-то? Ну, беднота. Чего нет? Видно, что вы не акционеры. Дивиденды я должен получать на акции, дивиденды. А какой налог? Ну, как вы думаете, на дивиденды? На что? На дивиденды, налог. Я должен был какой-то платить? Государство. Государству. К государству. Доходу, а? К доходу. Ну, а как же на доход? Я с 2 миллиардов, которые дивидендов, должен заплатить налог. Какой процент? 13, нет? Нет, это же мое государство. Чего вы? Мое родное. Не ваше же это государство, мое. То есть, как оно будет сегодня 13 брать? Сколько оно берет?
У кого есть? Вот у вас планшет есть. Вот налог на дивиденды можете набрать? Налог на дивиденды можете набрать? Сейчас наберу. Вот сейчас узнаем. Сколько я должен платить? Пока вы набираете, я расскажу. Обратите внимание, что у нас вот такая есть красивая картина, такая идеологическая, когда рассказывают, показывают, сколько у кого собственности. Вот начинается у чиновников разных там, у премьера, у членов правительства и так далее, губернаторов. Что берется? Квартира, сколько машин и что еще? Недвижимость. И доход, обычный доход. И все. А вот сколько, какая у меня собственность, это нигде не указано. Если у меня, скажем, 13 миллиардов стоимость заводов, которые у меня по акции, это нигде не фигурирует в этих всех декларациях о доходах. Это декларации же о доходах, а не о богатствах. Ну и сколько? Налог на дивиденды в 2015 году возрастет с 9 до 13%. Ай-яй-яй. Это возрастет. Это да. Возрастет, это принято закон или это прогноз? Это принято. Кем принято? Сейчас узнаю. Возрастет это сейчас. Какой, следовательно, доход был? 9. 20 лет был 9. Нет, не 20, 25. 15-й год. Сколько уже? С 90-го года у нас капитализм, 91-го, 14, 24 года 9 платили. То есть, что мы наблюдаем? Что бедные должны помогать богатым. Потому что если бедные не будут помогать богатым, не будет ни бедных, ни богатых. Статья 21 ноября 2014 года. С 1 января 2015 налог на дивиденды для физических лиц увеличится с 9 до 13%. Законопроект с соответствующими изменениями в Налоговом кодексе Российской Федерации накануне одобрил Совет Федерации. Ну, вошел он в закон-то? Да. Совет Федерации одобрил? Января, да. А президент подписал? Да. Когда? Наверняка. Вы же не сказали, Совет Федерации одобрил. И что? А президент еще не подписал? А после подписания президентом кто должен еще, что должно пройти, чтобы был закон? Публикация в российской газете. Было? Вы нас не обманете так. А пока это дело идет, а пока будут платить, пока не подписал, 9 будут платить. Но это вообще прогресс? Прогресс. А то до этого времени было. Ну сейчас, потому что нас совсем прижало, видимо, начали искать, где чего можно как сэкономить, на чем. А тут что тут экономить? Освобождены были вообще. Говорят, пенсии нужно это, уменьшить тем, у кого доходы есть у пенсионеров. А вот до этих самых вещей, а уж говорить, это какая была у нас система, следовательно, налогообложения? Прогрессивная или плоская? Или регрессивная? Регрессивная. Чем больше налог, чем больше доход, тем меньше процент. Вот, тем меньше налог. Вот сейчас вот вы говорите нам, уже рассказываете, как этот, благая весть. Благовест у нас сейчас. Вы сообщаете, что скоро будет 13, как у всех остальных, у наших олигархов. Это к ним же относится, правильно? Вот, будет. Но пока еще, я вот не нашел еще, вы не подтвердили. Подписан президенту указ? Я не знаю, не открыть. Ну, без подписи президента, видите как, даже не открыть. Без подписи. Что такое приказ? Приказ. Приказ – это ерунда. Подписан закон, когда вступает в силу? С 1 января. Дума, потом Совет Федерации, потом подписывает президент, потом публикуется. Опубликован? Не знаю. А вы напишите, опубликован ли закон? Такой же читает Российская газета. А? Такой же читает Российская газета. Я читаю. Там это невозможно прочитать. Это надо узнать из других источников. Это невозможно. Там мелким шрифтом написано, глаза лопнут. Что они там публикуют, какие-нибудь там нормы. Только кошмар какой-то. Причем бывает полгазеты. Бумаги, видимо, невидимо. Ну вот, что мы получили в итоге? Мы получили вот актуальность рассмотрения этих вещей. То есть это не просто мы там изучаем что-то далекое от нашей жизни. Мы очень близко, к сожалению, к нашей жизни намечаем. А можете вы назвать хоть одну страну, в которой бы была плоская система налогообложения? Вот будет плоская, как вот вы нас заверили сегодня, мы вам верим. Хотя в политике нельзя верить, в экономике. Ну, вы теперь следите за этим делом, когда подпишут. Где вы еще знаете страну с плоской системой налогообложения? Вот во Франции.
За что там критиковали Оланда, что он шумели? Что он хотел 75% брать с тех, кто получает самый большой доход. Так? 75% не прошло. А почему вы думаете, что Оланд уже представитель крупного капитала? Почему вот он? Вот вы можете это объяснить с точки зрения интересов капитала? Или вы думаете, что он вот радеет о народе французском? Как вы думаете? О народе? На что такое? Вот представьте себе, я крупный капитал. Собираем 75%, а потом даем заказ. Там же по заказам работает, там же программа есть во Франции. Кто получит заказ? Вы, если вы мелкий бизнес, а я крупный, кто получит заказ? Со всех собираем, вот с этой, с высокой нормой, с прогрессом, а потом отдаем заказ крупному капиталу. Потом снова забираем, опять отдаем заказ, и быстро-быстро-быстро укрупняется там капитал. И идет прогресс. Вот и все. Поэтому это понятно. А сейчас сколько во Франции? Ну, не прошло 75, а там 56,8%. 56,8. В Англии там 50, в Австралии 50, там, в Канаде 50 примерно. В Америке 33%. В Советском Союзе было 38%. Не сильно различалось. Это максимальная ставка налога на доходы. 38%. А сейчас 13%. Говорит, нет денег на образование. Так если вы не берете деньги, конечно, их и нету. То есть во всех странах есть, а у нас нет. Поэтому какая? Раз, сделайте налог дифференциальный. Не плоскую сахар. И, пожалуйста, и платите стипендии элементарно. Сейчас все ищут, где найти деньги? Где? Что их искать? Вот они лежат. Это временно у нас. У нас временно. У нас не постоянно плоская система. У нас временно 24 года. Временно. В порядке исключения. Так. Ну вот, видите, как это актуально оказалось. Итак, что получается? Что такое способ производства? Это способ, которым люди производят. Что входит в это понятие? Дело в том, что когда мы изучаем вот то, что здесь написано, еще полностью формулы не были выработаны, формулировки того, что такое способ производства. Способ производства включает в себя и производительные силы и производственные отношения. И те отношения, в рамках которых производят. Поэтому это единство производительных сил и производственных отношений. А форма отношений является показателем того, какой это способ производства. Потому что производительные силы меняются постоянно, а производственные отношения скачком. Вот всего существует 5 способов производства, 5 видов таких типов производственных отношений. И вот я возвращаюсь к тому вопросу, который вам задал, и мы на него еще ответ не получили. Так что у нас было в России в конце 19 века? Экономика уже была какой? Капиталистической. А политика была какая? Идеология? Какой класс был у власти? Феодальный. Феодальный. Значит, Россия была, какой формации принадлежала? Феодальный. Феодальный. Вас это удивляет? Нет. Вас не удивляет? Когда была буржуазная революция в России? Нет. Да ладно. Феодальная революция? Ну, буржуазная революция когда была в России? Это наша страна? Товарищи культурологи, это наша страна. Я же не про Японию спрашиваю. И не про Занзибар. Можно я скажу? В феврале 17 года победила февральская буржуазно-демократическая революция. Это вам известно хорошо. Угу. А поскольку оно известно, то люди ведь над известным. Кто будет задумываться, правильно? Никто же не будет задумываться над известным. Что над ним задумываться? И так известно. В феврале. Значит, до февраля у нас была феодальная формация. А после февраля уже теперь не только базис. Базис-то уже был капиталистический давно. В конце 19 века был уже полностью капиталистический. То теперь у нас и надстройка капиталистическая. И сколько вот такая была красивая картина, какой базис, такая и надстройка. Вот так люди обычно и понимают формации, что всегда вот так выглядит. Так выглядит, пока нет перехода от одной формации к другой. А вот на переходной
линии, что происходило? Что хотя базис был капиталистический, название формации определяется тем, какой класс у власти. А класс был феодальный у власти по-прежнему. Но он уже превратился во многом просто в землевладельцев, которые земли сдавали в аренду. Потому что, так сказать, крестьяне все-таки были уже не крепостные. Но, тем не менее, вот этот класс был у власти, и, соответственно, и монархия была. А когда все пришло в соответствие, когда надстройка стала буржуазной, вот буржуазной России сколько просуществовало? С февраля 1917 года до октября 1917 года. А что получилось там в ноябре 1917 года? Значит, власть была рабочего класса, надстройка была рабочего класса, а экономика какая была в декабре, там, скажем, 1917 года, какая была экономика в России? Это вы не студент. Вы студентов не, пожалуйста, не подсказывайте. Капиталистическая, правда? Или была социалистическая экономика у нас? Нет. Национализация у нас когда была, как вы знаете, думаете? Прошла. Только национализация еще средств производства, она прошла в январе 1918 года. Поэтому если возьмем декабрь, то это как была буржуазная экономика, так она остается. Ну и что, что там власть поменялась? Ну и что, власть поменялась. Нам-то какое дело? Тем, кто ведет хозяйство, да? Все осталось по-прежнему. Конечно, после национализации не все осталось по-прежнему. Начался процесс другой. Но до этого власть была одной, а экономика другой опять. Так вроде как экономика решающая. Как же так получается, вот с точки зрения вот этих вот идей, которые мы здесь изучаем? Экономика решающая, все сводится к производству. А почему тогда формация считается уже коммунистическая началась? А ведь экономика-то буржуазная. Да, вот важно, какой класс. Потому что класс – понятие экономическое. Правит тот класс, который, хоть он и правит в политике, но он основу-то имеет. Смысл-то вообще определения класса всего и в экономике. Если взять вот пять принципов, пять признаков класса, которые Ленин называет в великом почине, это место в исторически определенной системе общественного производства, роль в общественной организации труда, отношение к средствам производства по большей части, записанные в законах. Размер и способ получения той доли общественного богатства, которое располагают эти большие группы людей. Все признаки классов, все экономические. Ну, это вытекает из определения класса, это просто положение в производстве. Поэтому, хотя и кажется, что, вот, дескать, экономика одна, а тут вот одна лишь политика, но в политике эту политику осуществляет тот класс, который коренится в экономике. Поэтому по-прежнему этот принцип, что экономическая основа в конечном счете является решающей, он себя осуществляет. А рабочий класс, он имел эти же экономические интересы и в условиях капитализма. У них ничего не поменялись интересы с переходом к другой власти. Ну, стала власть его. А экономические интересы, как были у него связаны с уничтожением деления на класс, уничтожением эксплуатации, так и остались. Они сохраняются и продолжаются. Так. Какова жизнедеятельность индивидов, таковы они сами. То, что они собой представляют, совпадает, следовательно, с их производством. Совпадает как с тем, что они производят, так и с тем, как они производят. Что представляют собой индивиды, это зависит, следовательно, от материальных условий их производства. То есть вот эта вот основа подхода к исследованию общества заложена была тогда еще, вот в этой работе, что надо исходить из примата материальных условий производства. Все, и корни всех общественных явлений искать в производстве. Потом это вот уже у Ленина преобразовалось в то, что люди будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, если они не научатся за всякими заявлениями, программами видеть интересы известных классов, пока они не научатся ставить вопрос, кому выгодно. Или статья называется «Куи продест», прямо по-латински, «кому выгодно».
Вот если вы выясните, кому выгодно, вы тогда будете разбираться. А что говорит, это десятое дело. Кому выгодно? Вот вопрос. То есть надо везде видеть, как проявляют себя классовые интересы. Они могут проявить себя в самых разных сферах. И даже в сфере идеологии они могут себя проявлять. Вот, например, в работе «Материализм и империокритицизм» Ленин там пишет, что ни одному профессору политэкономии способно давать самые ценные сведения в области специальной. Нельзя доверять ни в одном слове, как только речь заходит об общей теории политической экономии. Почему? Потому что, как известно, что если бы математические теоремы затрагивали интересы классов, они не затрагивают интересы никаких классов, потому что они в этом смысле. Это такая наука, которая не зависит от того, на какой позиции находится тот или иной ученый. Тогда бы, значит, оспаривали бы все теоремы. А так никто не оспаривает. А что касается других наук, вот не таких абстрактных, как математика, в них везде проявляют собой различные, так сказать, позиции различных классов. Другое дело, что они, так сказать, никто на них не пишет, кому, какому классу они отвечают. А общий подход тут следующий. Кто заинтересован в научной истине? Тот класс, который отживает, или тот класс, который нарождается, который является передовым? В научной истине заинтересован, естественно, передовой класс. Вот и все. Другое дело, что это вовсе не значит, вот обывательская такая или вульгарная точка зрения состоит в том, что, скажем, рабочий лучше знает, чем интеллигент или чем буржуа. Это не так. Во-первых, это опровергается даже тем, что вот основоположники марксизма или материализма такого исторического, они никак не являлись рабочими. Кто такой Маркс? Буржуазный интеллигент, так? Кто такой Энгельс? Папа у него был фабрикант, потом папа умер и оставил фабрику Энгельсу. Думаете, он там работал? Нет, конечно, он получал доход и в том числе отправлял деньги Марксу, чтобы тот мог дописать «Капитал». А если вы будете брать, скажем, революционеров российских, вот дворяне, как мы хорошо с вами знаем, это были те декабристы, это были дворяне, причем не самые худшие, да, а даже лучшие дворяне. Если вы возьмете, скажем, Дзержинского, он, между прочим, был дворянин, Калантай, дворянка, Ленин в 16 лет, отец его получил дворянство, выслужил дворянство, и в 16 лет Ленин был дворянином. И поэтому, когда Ленина отправили в ссылку, сначала он был в тюрьме по делу о борьбе за освобождение рабочего класса, союза борьбы за освобождение рабочего класса. Когда его отправили в ссылку, он там, как дворянин, получал условия, которые получают дворяне, которых привлекают каким-то мерам ответственности. То есть у него жизнь была лучше, чем у недворян. И он что делал там в ссылке? Ну, он ее рассматривал как докторантуру. То есть он в ссылке написал вот такую толщину книгу «Развитие капитализма в России». Вейлин, по подписи Вейлин. Вот ссылка закончилась, и вышла эта книга Вейлин «Развитие капитализма в России». Вот там он, собственно, и показывает, как разлагается феодальные отношения на огромном статистическом материале земских переписей основанной. Как разлагается феодализм и как становится капитализм в России. Если до этой книги тут была дискуссия в России, народники особенно говорили, что мы пойдем особым путем, тут не будет никакого капитализма в России. У Ленина была небольшая работа по поводу так называемого вопроса о рынках, где он доказал, что рынок для промышленности у нас есть и будет развиваться. Но вот после этой фундаментальной книги, где было доказано, что вся деревня уже буржуазная, эта дискуссия с народниками закончилась, потому что вышел такой труд, который эту проблему разрешил раз и навсегда. Поэтому, конечно, никакого вульгаризма такого типа, что вот, так сказать, пролетарскую идеологию вырабатывают рабочие. Это большая вообще редкость, когда рабочий самостоятельно приходит к пролетарским идеям. Например, был такой Иосиф Дизген, немецкий кожевенник, который самостоятельно пришел к диалектическому материализму. Его Маркс уважал, Энгельс уважал, и Ленин
в философской тетради пишет, что даже есть у него мелкие философские работы, вот он их тоже конспектирует. Он законспектировал там науку логики и Дисгена Иосифа законспектировал в философских тетрадях. Но это редкость. Редкость. Скажем, кто у нас развивал диалектический материализм? Чернышевский. Но он тоже не рабочий, он разночинец. Помните, такие были разночинцы? Поэтому вот здесь примитивизма тут не должно быть. Ни в коем случае. Никаким образом. Другое дело, что... А вот общий закон состоит в следующем, что, конечно, кто, какой класс заинтересован? Если это класс передовой, то он заинтересован в том, чтобы истину не скрывать, а вскрывать. Если класс реакционный, вот буржуазия, был период, когда она была прогрессивной. Тогда она выступала и против религии, и за освобождение, так сказать, всего крестьянства от крепостной зависимости, за свободу. Сейчас буржуазия, она, так сказать, безусловно, уже таким прогрессивным классом не является, потому что, так сказать, уже наступила другая эпоха. Эпоха перехода от капитализма к коммунизму. И это длительная эпоха, и в течение всей этой эпохи это не значит, опять-таки, что ничего прогрессивного не будет делаться в буржуазных странах. Наоборот. Скажем, техника, развитие средств производства все время будет идти, неважно, какая форма общественная, правда? А техника развивается. И тот, кто думает, что если это, вот, скажем, класс отживающий, что он ничего не дает прогрессивному, это просто примитив. Наоборот, вообще любой, даже реакционно настроенный человек может при этом давать какие-то положительные достижения. Более того, вот мы там говорим, что идеалистические воззрения отсталые. Они-то отсталые, но некоторые не догнали, не дошли до этих еще воззрений, какие у Гегеля. Поэтому Ленин написал, что вот умный идеалист лучше глупого материалиста. Можно стоять на материалистической позиции и быть дураком, а можно быть умным и стоять на идеалистических позициях. Поэтому вот мы с вами, как люди, умудренные опытом, почему умудренные? Потому что культурологи – это кто такое? Это люди, которые знают, что такое культура. А культура – это накопленный опыт. То есть мы как бы уроки извлекли, уже знаем, что нельзя выводить просто из того, что я ем, кто я есть. Это совсем не материализм. А вот материализм выводится из производства. А и дальше из положения в производстве. Причем положение может в производстве одно, идеология у человека может быть другая. Потому что чем она определяется? Потому что человек есть продукт обстоятельств и воспитания. Кто воспитывал, кто на вас повлиял, какие книжки вы прочитали, какие вы не прочитали, это будет все влиять на то, какое у вас будет в конечном итоге мировоззрение, какая идеология. То есть идеология – это никаким таким механическим путем, с точки зрения просто принадлежности к какому-то классу, не вырабатывается. Прудон, например, был рабочим, про которого Маркс писал «Нищета философии». Тот написал книгу «Прудон. Философия нищеты». А Маркс написал полемическую книгу «Нищета философии». И раскритиковал этого Прудона. Вот. Так что вот такие тут получаются результаты. Так. Что представляет собой индивиды, это зависит, следовательно, от материальных условий их производства. Зависит. Зависит. Но это не значит, что эта зависимость столь уж проста и это столь однозначно. Вот это мы должны вот аккуратно к этому подходить. Так, ну давайте думать о будущем. Значит, я вас просил идти дальше вперед и читать, потому что это большая книга, и нужно ее читать систематически, чтобы мы тут дальше, у нас не было никаких задержек. Ну вот, будем считать, что теперь вы должны прочитать Лейпцигский собор. Это начиная уже с 79-й страницы и кончается это 102-й страницей до Святого Макса. То есть вы должны вот так читать вперед, и мы будем идти и разбирать. Там, где будут более важные вещи, мы будем идти медленно и не будем мимо них пробегать. Где будут менее важные вещи, мы не будем из-за того, что там вот много страниц, так уж прям много на этом и сидеть, правильно? У нас же не задача равномерно, так сказать, идти по страницам. У нас задача понять, так сказать, вот такие вот серьезные и глубокие вещи.
Вот. Но у нас не должно быть так, что мы еще и не прочитали. То есть чтобы у нас всегда был это дело впереди. Тогда у нас будет. Тем более, что работа у нас длинная, большая, как вы поняли. Вот, и для меня она тоже непростая, потому что я преподаю вот это, такие занятия, такой курс второй раз. В прошлом году мне дали такое вот поручение педагогическое, и в этом году. Так что я умудрен опытом ровно один вот раз проводил. И это, кстати, прошлые занятия вывешены в интернете на YouTube, а наши занятия с вами только несколько, сколько, одна или две лекции? Две лекции вывешены. Два занятия есть. Вот. И они, конечно, отличаются. И будут отличаться, потому что, ну, во-первых, люди разные, и мы приспосабливаемся не столько к Марксу и Энгельсу, а приспосабливаемся к тем, кто занимается. Правда? Если вам это ясен вопрос, так зачем я буду на этом останавливаться? И мы зачем будем останавливаться? Если вопрос не ясен, так мы давайте не пожалеем времени и в этом разберемся, потому что наши занятия, и именно потому что они не лекционные, а практические, они привязаны к вашим потребностям. То есть для того, чтобы можно было разобраться в этих вещах. Вот я поэтому, когда я спрашиваю, я вижу, это вот вам известно. А это неизвестно, тогда мы останавливаемся. Вот. Тем более, что вы тоже должны сами тут сформулировать вопросы, пока вот я еще не видел, чтобы вы задавали вопросы. Но мой вот опыт говорит, преподавательский, что кто задает вопросы, кто понимает. А кто не. Хотя выглядит это так, что раз задают вопросы, вроде не понимает. А тот, кто не понимает, обычно и не задает вопросы. Поэтому обычно отличники задают вопросы, а двоечники нет. Поэтому это не зазорно задавать вопросы, а даже очень будет правильно, имея вот такой тип занятий, как вот это анализ классических текстов, когда мы здесь не такой формы имеем, что я просто излагаю, а вы просто слушаете. Нет, мы тут имеем возможность. И чем дальше, тем больше, значит, я буду вас спрашивать, прямо вот что в этом разделе, какие мысли вас затронули, как вы на них смотрите, как вы можете их изложить, как вы можете их откомментировать, проанализировать. Я думаю, что затем у нас обязательно в ходе нашего курса будут ваши выступления. Вы будете выходить на трибуну и рассказывать, анализировать вот соответствующий раздел. А потом смотреть, как это выглядит уже на YouTube, как это выглядит. Хорошо, убедительно или нет. Это. А для чего это нужно? Потому что мы должны ведь тренироваться, так сказать, мы же люди публичные все. Тем более время сейчас такое, когда даже если ты думаешь, что тебя не записывают, тебя записывают. Правда? Поэтому некоторые думают сейчас вот это вот в связи со всем обработкой персональных данных, спрашивают, а какие ваши данные можно давать? Ну какие можно данные давать? Все, потому что это все совершенно все известно. Допустим, вы же прекрасно понимаете, что, например, в кармане такой, может быть, такой диктофон. Ну, а если вы видели там, какие глазки у ноутбука, они, вот такая точечка, человек, который не знает, он не знает, что там оказывается камера, веб-камера и так далее. Поэтому будем считать, что мы с вами сидим на веранде и пьем чай. А люди, которые мимо идут, они видят, что мы пьем чай и нам завидуют. Вот. Вот наша методологическая позиция здесь. Поэтому и готовиться нужно на то, что мы не просто где-то там в углу или в замкнутом пространстве можем что-то выступать и говорить. А мы свободно можем говорить на эти темы, совершенно свободно, имея в виду, что сегодня мир открытый в этом смысле, что все можно выдать, все это будет доступно для каждого. И на этом поприще тоже нужно соревноваться. Соревнования у нас приветствуются, правда? Причем, если вы хотите научиться плавать, надо что делать? Плавать. Еще ни разу ни одному не удалось научиться плавать на берегу. Ни одному человеку. Поэтому, скажем, вот люди говорят, кто-то собирается отдельно учиться ораторскому искусству. Никогда не научитесь, если не будете выступать. Правильно? Поэтому надо выступать. И вот та же самая у меня проблема там с магистрами. Они уже магистры, они уже на 6-м курсе. Ну так вот, давайте выходить. И, кстати, выходит и, в общем-то, вполне прилично выступает. Так что вот эта просьба имейте в виду. Мы пока с вами еще разгоняемся только. Но это надо иметь в виду, что я вот попрошу вас выступить там по какому-то вопросу, и будете выступать соответствующим. Ну, поскольку у нас сейчас мы еще вырабатываем как бы такую позицию, с которой мы вообще анализируем, то вот мы еще к этому не переходим, но перейдем.
Какие ко мне вопросы? Нет, тогда поблагодарю, я вас благодарю за внимание, участие и желаю вам дальнейшего, так сказать, изучения и плодотворной работы. Успехов!